На этой неделе тюменская погода снова покажет свой капризный характер. На смену аномальному теплу придут заморозки. Похолодание начнется уже сегодня и, по прогнозам синоптиков, продержится до пятницы. Здравствуйте. В студии Анастасия Щербакова. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Сибирская зима уходить не спешит. Завтра регион окажется во власти обширного антициклона. После ночных снегопадов порадует солнце, а вот морозы окрепнут. Температура на 8 градусов ниже нормы. 17 февраля в Тобольске переменная облачность. В ночные часы небольшой снег и до минус 28. Днем 20-22 градуса ниже 0. В Ишиме ясное небо и без существенных осадков. После полуночи 18-20 мороза. Днем температура практически не изменится. В Завдоковске переменная облачность. В темное время суток снег и минус 24 градуса. Светлое без осадков и минус 17-19. В Ялуторске переменная облачность, осадки маловероятны. Под утро до минус 23 днем 16-18 градусов ниже 0. В Тюмени то облака, то солнце и без существенных осадков. Ночью подморозит до минус 25, днем воздух остынет до минус 19 градусов. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное.